44-летняя Мила Йовович, Мила Джовович, показала трогательные снимки своих наследниц. Актриса запечатлела новорожденную дочь Ашин в объятиях 12-летней сестры Эф. С рождением третьего ребенка Мила стала чаще радовать поклонников семейными фотографиями. Сегодня многодетная мама поделилась кадрами своей домашней идиллии. Ее дочь Эва нежно позировала с малышкой на кровати. Девочка с любовью прижала к груди Ашин, одетую в забавный костюмчик мятного оттенка. Звезда фильмов «Пятый элемент» и «Выкрутасы» восхитилась тем, с каким воодушевлением ее старшая дочь отнеслась к очередному прибавлению в семействе. «Эва – лучшая сестра. Ничто не делает меня счастливее, чем ее любовь к малюткам. И крошке Ашин, и Дэшиэл так повезло. Я буквально плачу, когда думаю о том, что она есть в нашей жизни», – написала Йовович. Милые кадры артистка назвала «эмоциональным утром». Поклонники удивились тому, как Эва похожа на свою знаменитую маму. «Это твой клон. Я думала, что это ты лежишь с ребенком, согласна. Мне пришлось вглядеться дважды, не могу осознать то, что твоя дочь выглядит как твой двойник. Ой, в твое личико», – прокомментировали пользователи Instagram. Йовович родила третью дочь в начале февраля. Голливудская актриса не стала скрывать ребенка, она сразу продемонстрировала снимки из родильной палаты. Вскоре после появления на свет у Ашин обнаружили желтуху. Новорожденной пришлось проходить многочисленные медицинские процедуры. Недавно Мила вместе с дочерью выписалась из больницы. Йовович без макияжа снялась с девочкой в постели.